Всем доброе утро. На улице опять дождь моросит, плюс 5 температура, сыро. Баксик под батареей греется, лежит. Да, Баксик? На завтрак у нас будет такая мелкая вермишель на молоке. Молочная называю. Вот. И вы просили, чтобы я вам показала тортик в разрезе. Попробовали мы, очень вкусный. Ну, вот такой он получается у нас в разрезе. Уже четвертая часть практически осталась от тортика. Всем тоже приятного аппетита, кто собирается кушать. Баксик все время разливает воду. Я уже ему тряпочку подстелила, чтобы не ходить по мокрому. Он разольет, лапы намочит, а потом бегает по комнате. Везде лапки оставляет. Друзья, всем доброе утро. Опять я иду по делам. В общем, сейчас я иду в поликлинику. Доктору нужна развернутая энцефалограмма. Когда Дима лежал в областной больнице, ну, ему дали ксерокопии истории болезни, но там только один листочек, а ему нужно желательно в развернутом виде. В общем, иду или к невропатологу, или к терапевту. Буду просить, чтобы написали запрос. Может быть, придется или к заведующей зайти. Не знаю, как получится. Доктору обязательно нужна вот эта энцефалограмма в развернутом виде, чтобы была. Еще нужно будет зайти. У нас там есть такое кафе «Апельсин». Дима заказывал, я не знаю, это не через интернет, у нас магазин такой есть, который привозит заказы. Кое-что там в быту нужно. Потом, как получу, я обязательно сниму видео и покажу, что мы там заказывали. Я особо не разбираюсь, это Дима там. Я только говорю, что мне необходимо. А он находит, заказывает и привозит вот эти заказы в это кафе, и там можно забирать. Погода, скажем так, отличная, но только немножечко грязь. Вот эта грязь никак не подсохнет. Ну ничего, весна уже не за горами, все скоро будет наладиться, будет тепло, будет у нас тоже праздник. Но все равно уже пахнет весной. Солнышко уже если пригреет, то прям аж подпекает. Наш центр. Вот и поликлиника. Гвоздичка наша. Асфальт новый держится. Зиму перезимовал. Друзья, всем приветик. Мы сегодня в срочном порядке эвакуировались к Диме на квартиру. Вот, Диму я отвезла. И сейчас приехала забрать еще самое необходимое. Ну, ноутбук, планшет сняла, телефон. Ну, в общем, собираю здесь рюкзак, тут пакет. Тут еще ведро у меня. Ну, здесь продукты. Баксику открыла. Эту саму, он уже сам залез туда, чтобы его не оставили. Вот. Сегодня сварила еще суп
целую кастрюлю. Сейчас, наверное, в баночку перелью трехлитровую. Вот. Остальное поставлю в холодильник. Ну, а потом уже прибегу на днях, как будет время, наведу порядок здесь хоть так более-менее, потому что все разбросано. Вот. Ну, в общем, потом расскажем, почему так в экстренном порядке нам пришлось переезжать. Ну все, не буду время тянуть, нужно ехать. Все, кочевники прибыли. Вся в мыле, в пене. Сегодня у нас, конечно, был такой насыщенный день. Но ничего, погодка хорошая. Прямо сейчас солнышко светит. Вот мои оклунки, с которыми я приехала. Так, ну, а это Баксик. Надо выпускать его, чтобы он знакомился. Выходи, Баксюлечка. Это будет теперь твой дом. Выходи, солнышко. Не бойся, не бойся. Везите обратно, Дима говорит. Ну, хочешь, посиди, посиди. Да не, вылезет. Может, надо освоиться. Мама рядом, не страшно, да? Ну, вот, глянь. Сразу укромное местечко надо искать, да? Ну вот, мама тут, иди ко мне, иди. Иди ко мне. Смотри, пошли к папе. Пойдем к папе? Иди сюда. Иди, Бабси. Иди. Ну, осваивайся, осваивайся. Гуляй, я сейчас буду. А то я тут и заморозку привезла. Надо сейчас в морозилку все складывать. Я уже включила холодильник, еще как уезжала. Ну, в общем, гуляй, осваивайся. Иди, мама покажет, где туалетик. Вот твой туалетик. Новый такой, глянь. Большой. Залазь. Залазь. Чтоб ты видел, слышал. Вот. Давай. Так, все, понюхал. Это твоя мисочка кушать. Не знаю, куда тебе ее поставить. Сейчас придумаем. Обошел все комнаты. Да? Давай, уберу баклажку. Все. Пахнет нами, не переживай. Воду не переверни. Все, а я тут все разложила. Разбросала, называется. Разложила. Все надо теперь поскладывать, приготовить. Так, я сюда в сервантик хочу иконки все поставить, а туда ноутбук. Дима говорит, телевизор, чтобы перевести большой. Ну, не знаю, наверное, придется. Вот. Без него никак, да, плохо смотреть далеко в ноутбук. А у Димы тот старый телевизор. Я смотрела в интернете, там специальные эти блоки продаются, но у них рублей 700, наверное, стоят. Ну, поспрашиваю, посмотрю. Пока несколько дней поживем так. Фух, запыхалась. Вот он. Везде проверяет. Молодец, молодец. Все, проверяй, обнюхивай. Все. А вот Баксику и окошко гулять. Вот тут и будет сидеть. Да, Баксик? Смотреть, как машинки ездят. Следить. Вот так. А то переживали. Баксику в окно некуда смотреть будет. Интересно, да, Баксик? Будем тут с тобой кофеек пить. Ух ты! Разъездились тут.
Да, Баксик? Ты. Все нормально. Нравится. Нравится тебе тут жить, Баксик? Да. Еще не понял, да? Хорошо. Сиди. Вот наш Баксюша нашел возможность, как заглядывать в окна. Плохо получается. Батарея горячая, сидеть неудобно. Подоконники узкие. Но все равно же ему хочется, интересно посмотреть, что там. Ненадолго, но можно постоять. Здесь хорошо, окна на все стороны. Все с любой стороны можно. Здесь он видит, и машины ездят, и люди ходят. Он тут шугается, тут соседи, слышно, как и телевизоры работают. В общем, все ему интересно здесь. Где-то какой-то шум, стук, в подъезде кто-то пройдет. Он все это слышит, бегит к двери. Что там? Что-то упало. Все ему нужно. Везде все проверит, все посмотрит. Ничего. Обживется, я думаю, ему тут нравится. Все обследует. Только время нужно. Добрый вечер. Царь-пан сидит в своем кресле. Здесь хорошо, можно в кресле сидеть, не надо в коляске. А мы уже обустраиваемся, как говорится. И сейчас буду делать Диме подушку, куда планшет цеплять. Вот такая же вторая с моего дивана, что я приносила. Такую фанерочку сейчас скотчем хорошо примотаю. А потом уже будем думать, как планшет прицепить. Вот так я обмотала. Я еще тут, правда, железочку вставила, которую я уже показывала в видео, приносила со своей старой стиральной машины. Думаю, а то фанерка это прогнется и все. В общем, вот такой кругляшок сделала. Все кругом обмотала. Вот. Теперь у Димы со старого планшета коробочка хранилась. Ну, все ж мы храним. Да, Дима тоже такой, как и я. Нет, это не он, да, хранил. Так, ну, в общем, я вырезала вот такую фанерку тоже. И будем планшет сейчас прицепим к этой тоже новый двусторонний скотч. Надо будет приклеить, вот сделать. А потом уже будем как-то мастерить к подушке. Вот такая баклашечка. Дома у меня деревяшечка, а здесь я взяла у нас... Тоже когда-то мы меняли подушку и старый скотч снимали, я его такой кружочек-баклашечку сделала. И как раз оно можно будет подложить, чтобы планшет на косую лежал. Вот. Ой, падает. Так. Баксик все ходит, все проверяет. Никак он... Даже не знаю, где он. Баксик, ты где? Ну, в общем... Не будем ему мешать. Да, раздолье. Ему тут еще обследовать и обследовать. В общем, пусть обследует. Я думаю, это для него не сильное потрясение, потому что мы рядышком с ним вместе. Вот, это не то, что я его привезла, а потом, пока мы приехали. В общем, он с нами. Ну, даже слышим, как он мяу, мяу ходит. Ну, все. Так, я уже тут шторочки задвинула. Надо эти тоже, наверное, задвигать. Уже на улице пасмурно, уже могут... Вернее, сереет, темнеет. Уже могут заглядывать к нам в окна. Да, нечего к нам сюда смотреть. Вот так. Все, лепим дальше. Ну, вот так вот. Чтобы зарядная торчала. Здесь такие дощечечки маленькие подставила. Вот этот кружочек, сейчас тоже его скотчем, а потом к планшету еще прицепим. Ну, Баксик, конечно, помогает нам. Уже, наверное, устал. Уже тут круги нахаживал. Скажет, вот это хоромы. Не обойдешь владение. Да, Баксик? Ты мой Китя. Все нормально у тебя? Да. У тебя нормально? Нет,
Ничего, всем будет нормально. Да, папа, Ксюшень? Все будет хорошо. Давай, иди сюда. Не кусаешься? Кусаешься. Ты все равно маму кусаешь. Отдохни. А то находился уже. Да? Все. Ладно, все, давай. У нас работа. У нас работа. Все. Все мы уже приделали. Пришлось кресло сюда немножечко поставить, чтобы подушечка упиралась. А то ничего не получается. Ну, а здесь вот так будет. Одно кресло и столик. Не знаю, может, чуть-чуть правее подвину. Ну, там уже будет видно. Вот. Вот так это выглядит. Вот теперь нужен только интернет. Да. А так все нормально. Там нас в комментариях потеряли немножко. Ну ничего. Все. Баксик к нам сюда не заходит. Он все там. Гуляет, да. Вот он ты. Тебе что, жарко? Лежит на пересечении всех комнат, чтобы все можно было ему видеть. Да, Баксик? Все нормально?